Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у меня будет тортик-корзинка с хризантемками. Давно что-то я их не делала, вот сегодня решила сделать такие хризантемки. Беленькие я уже отсадила, слегка припыляла зеленым сухим распылителем, так, чтобы они не совсем сливались. А вообще можно или прямо мазок добавить зелененького или желтенького, чтобы не совсем белые были, потому что белые как-то сливаются немного. Сейчас буду делать розовенькие. Для этого мне надо топ-декор клюквенная. Это из новой серии. Ну, знаете, у меня такое ощущение, что они на некоторых красителях просто поменяли название. Потом у меня будет болотный и зеленый кредо, номер 42. Серединки белых цветочков и были им окрашены. Потом я остатки этого зелененького смешала с болотным и опустила на листики. Нужен будет топ-декор желтый. И еще на саму корзинку кофейный топ-декор. Вот этот, в принципе, неплохой цвет. Мне как бы понравился. Просто коричневый раньше у них был не очень симпатичный. Для основы у меня круг номер 12, вот такой большой. Потом насадка травка 233, я ее делала тычинки. Насадка номер 1 круг мне понадобится тоже для тычинок, маленький совсем. Хризантемка номер 81, здесь я уже окрасила клюквенным и немного нанесла на пакет, чтобы выходили такие разноцветные у нас лепестки. И зелененький номер 66, просто листик, маленький такой. Ну что ж, приступим. Отсаживаю основу под нашу хризантему. Теперь делаю тычинки. И хочу еще добавить зелененьких. И теперь насадочкой номер 81 начинаю сами листочки отсаживать. Сейчас чуть-чуть пониже. Уже чуть-чуть начинаю отводить. Если у нас так колышется цветок, значит, мы его укрепляем. Время от времени протираем и подкручиваем нашу насадку. Это делать надо обязательно. Крем у меня здесь белково-заварной на пектине. Рецепт есть на канале. Сейчас надо распушить наш цветочек немножко, то есть как бы отводим вниз.
такие цветочки. Я смотрела, как делает Наденька на канале кремовые цветы малиновки. Мне очень нравится. Стараюсь научиться у нее. Ну, с третьего рядка можно уже их начинать отводить. Полоски просматриваются, но очень слабо. Ну, ничего страшного. Будут такие розовенькие у нас цветочки. Много не набирайте. Мешок вздуло. Боюсь, как бы не лопнул. Насадка узкая, а мешок тонковатый. Так, еще. Уже понемногу вниз отвожу. Сейчас сразу сделаю еще бутончики. В бутончиках можно только зеленые тычиночки сделать. Тоже сначала вот сверху их прицепляю первые листочки, а не с самого низу. И стараюсь так как бы маленько прикрыть. И тут сразу добавляю зелени, конечно. Сейчас в белый крем добавила AmeriColor номер 130 и получила такой светло-сиреневый цвет. Такой нежненький. Будем делать следующий цветок. Теперь уже сиреневый. Поменяла насадку 79 на насадку номер 81. Пошире листочек. И продолжаю наш цветок. Также я делала и белые цветы. Три ряда лепестков маленькой насадкой меньше, и три делаю, которые побольше. Уже здесь стараюсь отводить. Сейчас буду наносить плетение. Вот этой насадкой. Она такая, как хризантема, только с этой стороны зубчики. Вот так наружной частью буду наносить нашу корзиночку. И у меня насадка здесь номер 9, круг. Буду поперек проводить прутики. Вот здесь нанесла шпателем такие вертикальные полоски. Насечки, чтобы мне сильно не уходить в сторону.
кубики надо считать, чтобы не сбиваться. Ну, вот если не очень высокая корзинка, то это легче сделать. А если высокая, то, конечно, можно сбиться и ряд потерять. Тортик у меня всего на 20 сантиметров, на 4,5 яйца. Прослойка у меня масло сливочное и вареная сгущенка. И пропитка тоже кипяченая вода и вареная сгущенка. И теперь сверху оформлю край, ну как бы каемочкой, этой же насадкой. Корзинку закончила. Сейчас буду отсаживать наши хризантемки на тортик. Отсаживаю немного листочков на нашем тортике. Еще можно в плетение корзинки кое-где листочков отсадить. Посмотрю так. Вот такие маленькие, чтобы они у нас выбиваются. И вот, мои дорогие, корзинку свою закончила. И буду с вами прощаться. До свидания, до новых встреч!